Осторожно! Двери закрываются! Если мне повезет, то на аванпосте ордена в заброшенной церкви меня будут ждать наши. Я передам им все, что знаю. А если не повезет, то не наши? О каком-то жутком эксперименте, который они собираются провести, и продолжу свой путь на Октябрьскую. Черный там. Вах. Черный там, черный тут. Ну, искать напрасный труд. Так. Ага. А, я помню этот уровень с болотом, да-да-да. Че, вот реально есть где-то из метро, чтобы вот так лестница вертикальная шла, что ли? Какой-то люк канализационный. О, и ты вылез, смотрите, а ему противогаз не нужен. Был. Вот оно, болото. Да. Я вижу. База на другом берегу. Смотрите, карта какая-то нарисована, самолетик. Переправа тут, паром с лебедкой. Надо будет заправить. За горючим придется сходить. В самолете или в скроне на заправке должно быть. Да круто вообще. В воду не суйся, сожрут. Ну все, с Богом. Удачи, Артем. Да, хуячая удача. Спасибо, что... Спасибо за то, что не помог. Я люблю все сам делать, да? Дай ему, бля, по пальцам, да крышкой. Так, и вот она карта, подсказка насчет этого уровня. Так, 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 так. Хрен, что тут понятно. Вот здесь правда снайперская позиция или ствол там лежит. Нет, ствол тут определенно где-то лежал какой-то раньше классный. Какой-то нычки. Совсем рядом. Посмотрим. Блин, да они тут все переделали, мне кажется. О. Ох ты, бля. Это еще что такое? Типа скорпион опять какой-то, да? Не? Ох ты, блядь! Живучая. Богомол какой-то, блядь, ползучий. Еще и лапами закрывается. Да ну нахуй. Вы что-то, бля, борзеете, пацаны. Давай, ёпта. Кто-то же. Охереть не встать. Так, и здесь у нас дробовик с удлиненным стволом и прицелом. Хорошо. Не совсем тот ствол, который я помню. Тут что-то вроде посерьезнее валялось. Так, еще какие-то мины появились в инвентаре. Почему-то пусто. Ага, еще один. Где у него уязвимое место? А, да везде, походу. Бомбёхи, которые уже пихать некуда. Какая-то херня с потолка свисающая, из толпы слизанная. Ну там она, конечно, прикольно было, когда наверх начинала затягивать. Тут она вроде просто даст по шапке. О, блин.
Через текстуру пролез, через текстуру я его убил, класс. Да, они немножко перерисовали здесь, добавили вот этих помещений. Раньше тут что-то совсем пусто было. Блять, опять что? А вот он, тайничок-то. Где-то тут говно какое-то лазит, блин. Блять, а у меня-то уже... Вот он, автоматик. Калаш 2012. Без нихуя. Голый, сука. Похож на 3-3 из контры. Так, надо вешки найти. Об этой карте вначале говорили на базе Спарты. То, что по болоту идешь, по флажкам, по этим. Ну, кто-то тут. И... А, пошли в жопу отсюда, твари. Яростно отбивался от них. Насколько я помню, тут всегда в последней канистре бензин оказывается. Надо было в бензовозе проверить, логично же. Мне кажется, что я попал в водоворот. Вокруг начинают закручиваться странные события, которые я до конца не понимаю. Меня затягивает в них, тащит на дно. Куда бы ни попал, все говорят о войне. Одни готовятся к ней, другие от нее бегут, но все в нее верят. Мельник, фюрер, Москвин, люди на театральной и беженцы с красной линии. Сырой и ржавый воздух метро пахнет кровью и обреченностью. Это не моя война. Неужели ничего нельзя сделать, чтобы предотвратить ее? Спокойно, ты же Рэмбо. Что-то оно шевелится, бревно-то. Блядь. А это что за... О! Знаете, блять, надо переключить. Все. Чрезвычайно полезные молотки, я их трачу тут. Говно на всякое. Ползучее. Ой, мина нашлась, офигеть. Этот так умер, смотрите, как залез, так тут и помер. У меня уже максимум патронов до винтовки, с которой я не стреляю. Ну, потому что это, честно говоря, это та игра, где снайперить-то не в кого. Так что мне надо было калаш с глушителем забрать, винтовку выложить. Тут я что-то вешек не вижу. Да иди ты нахуй. Я слышу крылья. А, еще демон летает, да? Пошел в жопу. О. Так. В общем-то, коробки, которые всегда открывались, тут они почему-то не открываются. Наверное, потому что их тут дохрена слишком. Так, и вот она мигает, нужная канистра, походу. Ну, вроде как, когда я ее возьму, что-то случится. Да, у меня появится бензин. О, прям целехонькая одна дисциплина. Да, вот. Точно, точно. А чё, ты меня отсюда не выйдешь, что ли? Ладно, давай. Ей что-то как-то насрать, не смотрю. Пошла, умная, блядь, тварь. Говно какое-то мелкое тут. Как обычно, фильтр, блядь, не вовремя.
Так, куда? Где этот паром сраный? Ой, иди в жопу, тебя только не хватало, придурка, бля. Где-то там. Ёбана. Печаль. Там? Да ну нах, быть не может, тут же был. Ёб твою мать. Куда собралась делать? Блять, пида. Сучара! Обоссанная, бля. Да хули ты делаешь? О, давай, давай. Проще, блядь, руками было трос тянуть, наверное, чем говно это искать. По мою душу? Ну, наверное. Блять, далеко. Еще. Вот, сука. А вот такая хитрость, как ты, тварь. Задроченная. А? Кому еще дать отведать комиссарского тела? Ты че, сука, тварь? Что за звук? О, блядь. На, ёпта. Ёп твою. А, я знаю, я знаю. Подожди-ка, 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 родная. Ой, а с ней демон воюет. Забирай мину. Вообще отлично. Кто кого, интересно? Я думал, она демонов завалит. А, они решили разойтись. Вот так вот. Ну. Да, блядь, с такой скоростью я тут буду месяц плыть, наверное. Быстрее брасом бы, блядь, добрался. Одна стрела такая, одна одинокая, непонятно нахер нужная. Они же выпилили из игры это оружие, да? Стреломет. Судя по тому, что у меня в ней. Но он какой-то читерный был, по-моему, он всех с одного валил. По болотам. Меня наверняка было хорошо слышно. Если в церкви есть наши, то скоро. Да, матюкался на всю улицу. Наши, не ваши. Темно. Только мертвых с косами не хватает. По краям. О, куда это? Вообще это где это? А, ну да. Хотя нет. Это... Я уж хотел спросить, это в каком городе у нас такое болото, но вспомнил, что игра-то в Москве. А на болоте у нас вроде как другой город построен, известный. Тоже типа столица. Вот это, да. Так что я не знаю, есть ли в Москве такие вот, прям такие вот болотища, чтобы... Жилой дом прям вот на краю стоял. Или это после войны, типа в воронке от ядерного взрыва? Да, да нет, ну слушайте. Мне кажется, что одной нормальной ядерной бомбой Москву бы смело вообще нахрен, к хренам собачьим. Тут бы до никаких домов бы тут не стояло, скорее всего. Тем не менее, в конце предыдущей части, если кто не помнит, как раз Артём совершил ядерный удар по логову черных, который находится на ВДНХ. И чё-то никаких там видимых... Добавил радиации, базара нет. Еще пару ложек. Но каких-то видимых разрушений что-то не случилось. Какие-то... Может, я что-то не так о ядерных бомбах себе представляю. Но вроде как Америка Хиросиму одной бомбой снесла.
кто его знает, что там осталось после взрыва. А, зашибись вообще. Как, блядь, по ним стрелять, если они скачут, как... Давай, в погоню за мной. Ой, блядь, да что же я... А, это, блядь... Ха-ха, сука, я думал, тут бомба. Я думал, я пробегу, она взорвется и сейчас убьет того, кто за мной гонится. А тут бомба ремном только по башке дали, блядь. Охереть. Ой, ПМВ. Здесь, Артём, повторяю, если ты меня слышишь, иди нахуй. Иди нахуй еще раз, да? Ну это запись. Через что она транслируется? Да ёб твою, ну в чем я застрял? А. Здрасте. От радиация, ёб твою медь. Хватай и беги, хватай и беги, хватай и беги. Пиздец, опять здоровья нет, нихера. Ну вот разрушенная эстакада уже немножко похожа на повреждение от взрыва. Ну и то как-то. Она в одном только месте сломана, а во-вторых, по ней дальше можно ходить. Опять демон, что ли, летает? Неугомонный какой-то. Что тут светится? Смотрите, огонь горит в воде. Вот смотрите, вот, вот именно в воде, да? Или это, мне, или это дым? Нет, он не в воде, показалось. Ну кто его тут разжег и нахрена? Бля. Я не знаю, что тебе сказать. Она ничего и не хочет слушать, к счастью. Давай, господи. Ах, блядь. Это кто по мне уебенил так вообще знатно? Сучья, блядь, отродье. Сразу мне весь этот трещинами пошел. Говно сраное, блин, а. Блин, еще и собаки воют. Оборотень, оборотень. Хули ты воешь, блин, а? Подмогу зовешь, сучка? Да ебашу все ваше стадо. Че, сучка, не ждала? А ты? О, на тебе, в хайло. Живучий какой, а? Я косой, он живучий. Говно какое-то летает. Я что-то, может, не понимаю. Но вот это должен был давно подохнуть. Стремота. О! Ой-ой-ой! А это, кто не знает, это единственный за две части игры босс. Снизошла все-таки вторая часть игры для того, чтобы нарисовать хоть одного босса. Пошла в жопу. Может, в такой игре-то про метро, про мутантов, но можно было как-то пофантазировать на тему... огромных сильных врагов. Сделать из нее. Она все равно так и так шутер. Почему не бывает стелса с боссами? Вот, например, вот стелс в игре, да. Есть, я согласен. И шутер есть. Но боссов нету почему-то. И этого очень сильно не хватает играм Метро 2033. В Сталкере тоже боссов не было, но я и там. Не, ну там зато сюжет был. Такой нормальный. И открытый мир. Там просто некуда было вставить внятных мутантов. Но и там бы они не помешали. Вообще, я всегда говорю, что хорошие, большие, красивые, эффектные, сильные боссы — это всегда украшение игры любой. Вообще любой.
Если это не Sims 3, конечно, блядь. Который я и не играл-то никогда. Мне кажется, что там боссы не нужны. А, это РПК. По-моему, лежит. Блядь. Что ты будешь делать, а? Парикмахерская. Почтальон. Что он сказал? Я тебя вижу или я тебя ненавижу? Что-то... Я тебе фонариком помигаю. Придите, спасите меня, что-нибудь сделайте. А, фильтр прятал последний, гад. Опа-опа. А что это у нас тут? Ничего нету? Нахрена-то вообще сюда заход сделан? И прыжки такие, что ни черта не может Артём перепрыгнуть. Зачем вообще было вот делать в этой игре прыжок? А, еще. Ой-ой-ой. Еще вообще с дыркой противогаз. Не знаю, что там внутри грузовика. Ну и сейчас грянет битва такая, что Пайнкиллер отдыхает со своим некрогигантом. Я бегу, роняя кал. Помогите огнем. Я не помню, на какой сложности я играл в эту игру в первый раз. Огонь по-большому. Мне что, есть чем огонь? Ой, бля. Вот, не помню, на какой сложности я играл, но я помню, что бой с этим боссом дошел до того, что мне просто нечем было в него уже стрелять. У меня все кончилось. И гранаты, и патроны, то есть вообще. Ну, во-первых, там и патронов у меня не так много было, как сейчас. Да ёб твою мать. По-большому бейте. Зажимаем его. Есть один. Жрит свинец. Сюда, огня. Есть. Отходят. Все. Ну в этот раз как-то намного проще. Наверное, потому что у меня мины есть. И помощники хорошо помогают. Ничего себе! Первый раз такого вижу! Ну давай, бревно, пни сюда, ёпта. Сейчас достанем тебя! Я уж хотел прыгать, реально. Пока... Пока не достаю, сбегаю-ка посмотрю, может там пушечку приныкали для боя с боссом в этой части. Ой-ой-ой, патроны. Да я бегу, бегу, роняя кал. Сейчас. Сейчас как утону тут ко всем хуям. Да ну в жопу. Не знаю, что там в том грузовике, но оно явно не стоит, чтобы еще раз драться с этим уродством. Я сейчас. Нифига, какие у тебя очки классные. Ты тут самый крутой, походу, чел, да? Эй, заходи! Подожди, кто-то сказал, я сейчас, по-моему. Заходи! Чего зря фильтры тратишь? Крольчиха моя, по-моему. Обними меня, деточка. Нет? Я тебя увидел еще вон оттуда. Охуеть, чуть не стать. Пристрелила. Да, ладно. Ты не отзывался на запросы по радио. По какому? Потом как-то поняла, это ты. А потом поняла, надеюсь, что у меня радио нет, да? Забот-сад. Ты еще скажи, что я по мобиле не ответил, блядь. Не отвечал на мои смски. Почтовые голуби не могли найти тебя, а потом я поняла, это ты.